Общественное движение «Живи» объявило о старте нового проекта «Даятель жизни». Это музыкальное служение с поклонением, пророческой молитвой, свидетельствами и действием в дарах Святого Духа. Организатор проекта – певица-евангелист Оксамита. Ее желание – видеть верующих людей, наполненных славой Божьей, посвящением и огнем реальности Господа. На этом особенном собрании, говорит Оксамита, все посвящено Богу. Боже, ты великий в наших жизнях. Стоять у начала, у истоков огромного движения, которое Бог начинает вот здесь, в этих стенах, в этих горячих сердцах. Их еще немного, но мы знаем, что Бог будет прилагать к этому движению много людей, много сил, много любви, много возможностей. И мы просто благословляем это служение, мы благословляем Оксамиту, и мы благословляем Андрея и ту команду, которую уже Бог собрал вокруг них, на то большое дело, которое они начинают. Потому что на самом деле немного, хотя написано в Писании, что «хочу, чтобы вы все пророчествовали». К сожалению, пророческие дары еще не так распространены в церкви. И мы все нуждаемся в том, чтобы дар пророческий распространялся в церквях. И мы очень рады тому, что это движение имеет одной из своих целей – распространение пророческого видения, пророческого поклонения и пророчества во имя Иисуса Христа. Каждый из нас сегодня переживает огромный трепет перед присутствием Божьим. И лично я убеждена, что то время, в которое мы живем, и те вызовы, которые Бог ставит перед нами, требуют от нас большего посвящения, большего переживания огня, славы и присутствия Божьего. Именно для этого мы верим, что Господь побуждает нас начать эти удивительные служения, шоу-зоны «Живи, даятель жизни», где все будет посвящено именно Господу, даятелю, автору, источнику и повелителю жизни, Иисусу Христу. И мы понимаем, что Господь не только хочет от нас чего-то, Он хочет служить нам, Он хочет наполнять нас своим огнем, своим присутствием, своим Духом Святым, потому что те миллионы и миллиарды людей, которые пока еще не знают эту истину, ждут людей, которые осмелятся сказать: «Я знаю, в кого я уверовал, я знаю, и я хочу продемонстрировать Его силу, Его чудеса и Его любовь». Именно это является целью наших служений «Даятель жизни». Добро пожаловать всем! Активисты движения «Живи» верят, что каждый, кто придет, получит возможность через веру, молитву и поклонение приблизиться к реальности Бога и познанию всех граней божественной сущности, Его милости, Его святости, Его чудотворной силы и любви. Служения будут проходить под девизом «Увидеть невидимое, чтобы совершить невозможное». Каждый четверг в здании Духовного центра «Эммануил». Специально для первого христианского телеканала CNN Анаита Габабова, Киев, Украина. Редактор